Здравствуйте, меня зовут Екатерина Бахренькова. Я здесь представляю волонтерский проект Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», который мы назвали «Пока пойдем вместе». Это название призвано, обращается как бы и к волонтерам, и к пострадавшим. И суть этого проекта, что волонтеры ходят вместе с пережившими сексуальное насилие подавать заявления в полицию, в медицинские учреждения, в разные другие организации и органы. Мы основывали наш проект на понимании того, что сейчас очень много нашей целевой аудитории женских НКО и нашего центра в целом имеет большую потребность сотрудничать с НКО, и очень многие видят эту потребность именно в волонтерской деятельности. Поэтому мы задумали проект, который поможет преодолеть психологическую уязвимость пострадавших, и тем самым, мы предполагаем, повысит вероятность того, что они все-таки пойдут заявлять о преступлении сексуального характера, и тем самым мы немножко подвинем латентность этого вида преступлений. Мы опросили нашу аудиторию, получили огромную поддержку, и в том числе среди тех, кто сказал, что им не хватало такого сервиса, когда они сами были в похожей ситуации. 50 человек выразили желание стать волонтером проекта. За этот хакатон мы поняли, какой механизм может этому помочь. И это сайт волонтера, вот уже этот сайт создан, там активные ссылки, анкета, первоначальная анкета разработана, все нажимается. И этот сайт, он будет входить в систему, которая включает офлайновую составляющую, когда положительно волонтер, получая информацию о проекте, желая в нем участвовать, заполняет анкету. Анкета переходит к сотрудникам центра «Сестры», происходит обработка, отбор волонтеров. И когда пережившие сексуальное насилие выражают желание воспользоваться таким сервисом, происходит координация и их взаимодействие с волонтерами. Кроме того, на сайте остается постоянная информационная база правовой и психологической информации, и, что очень важно, информация о психологической самопомощи, которая будет важна в том числе волонтерам. Это наша целевая аудитория. Такая прекрасная, это активные молодые женщины, живущие в Москве, пользовательницы социальных сетей, интересующиеся феминизмом и имеющие большое желание оказывать реальную помощь. Измерять довольно просто, мы считаем. Это количество анкет, количество волонтеров и, соответственно, количество пострадавших, которые захотят воспользоваться такими услугами. Сайт для волонтеров, вот тот, который разработан, мы его можем перенести на поддомен официального сайта. Также мы хотели бы сделать на основе анкет базу данных для удобства работы наших специалистов. Требуется для этого дизайнер, копирайтер, доработка контента, и это все мы можем сделать волонтерскими усилиями. Самая ресурсная, затратная часть – это программист для базы данных. На данный момент база данных управляется через административную панель сайта. В общем, довольно неудобно. Финансы. У нас уже на этом сайте есть вот такое сердечко – это пожертвование. И очень многие при предварительных опросах выражали желание поддерживать этот проект финансово. Также мы считаем, что это довольно такой проект, готовый для подачи на грант и, в принципе, для краудфандинга тоже. За хакатон мы сделали вообще все вместе. Большое спасибо тем, кто с нами работал. Была реально отличная помощь. Сайт, в общем-то, структура продумана, сайт частично сделан и частично наполнен. Здесь еще небольшая картинка о том, что есть на сайте. Такая вот стратегия действий волонтера и непосредственно анкета. Мы обсуждали это с руководителем центра. В принципе, консультанты, мы сделали сейчас большую анкету на сайте, пришли к этому решению, что анкета будет довольно объемная, что позволит сразу же, те, кто заполнит, будут высоко мотивированными людьми. И, соответственно, действительно, там указана контактная информация, консультанты связываются,
происходит договариваться о встрече. И, в принципе, конечно, есть вероятность, что волонтер в какой-то период времени откажется работать, но в любом случае нам надо делать отбор волонтеров обязательно. Thank you.